А вот это уже не кино. Хотя картинка немного напоминает живые декорации для кинофильма «Кубанские казаки». В корейском, конечно, варианте. Это процветающий кооператив, который каждый год посещал любимый руководитель. Здесь все хорошо и красиво, в отличие от многих других, которые проплывали в окне автобуса. Там солому убирали солдаты, здесь пыхтят трактора и молотилки. Кооператив называется «Мигок», в переводе «рис и колос». Деревень в старом понимании слова нет больше не только здесь, по всей Корее. Их давно снесли, а на их месте построили одинаковые домики с национальным мотивом в украшении крыш. Чтобы никто не заблудился, на каждом табличке номер дома и имя хозяина. Северная Корея – страна по преимуществу сельскохозяйственная. И я, конечно же, попросил наших друзей показать мне, как же живут северокорейские крестьяне. И меня привели в образцово-показательный дом, где до меня побывал товарищ Ким Чен Ир. Здесь живут передовики производства Чи Гун. Вообще-то в Корее не очень принято здороваться за руку, а больше кланяться. И Ким Сун Э. Перед входом в корейский дом надо снять ботинки. Так, это главная комната, да? Это комната для гостей. Это здесь мы принимали товарища Ким Чен Ира. Видите фотографии? А зачем вам два телевизора? Когда здесь был товарищ Ким Чен Ир, он спросил меня, телевизор хорошо показывает? Тогда я ему сказал, когда есть свет, мы смотрим цветной телевизор, а когда электричества нет, смотрим черно-белый от аккумулятора. А вот эту почетную грамоту получила моя свекровь от товарища Ким Ир Сена. Понятно. А товарищ Ким Чен Ир сказал, «О, у вас так много книг!» и распорядился, чтобы нам прислали еще больше книг для всех трудящихся. И прислал третий телевизор, чтобы все знали, как хорошо жить в Северной Корее. Нет, этот телевизор получила еще моя мать, и он стоит у нас как память уже много лет. Похоже, воспоминания о посещении их дома высоким гостем лучше из того, что произошло с этой парой за те полвека, что они прожили вместе. Не удивляйтесь, что нет кровати. Дело в том, что корейцы не любят спать на кроватях. Они любят спать на полу. И в корейских домах, собственно, кровати-то и не бывает. Кому-то может показаться, что все корейские трудящиеся живут в одинаковых домах. Это неправда. Дома разные. Их 5 моделей. И директор кооператива выбирает, какую из этих 5 моделей он хотел бы построить в своей деревне. Ну что ж, просторно. А что здесь написано? Семья полководца. Семья великого вождя, полководца, товарища Ким Чен Ира. То есть он ваш родственник? Мы называем его «наш родной отец». Так, это капуста. Совершенно верно. Делать кимчи. Да, капуста для кимчи. Как же кореец будет жить без острой солененькой капусты кимчи? Никак не может. Ну, лук, вижу. Так, а это что такое? А это еще одно растение, которое тоже необходимо для приготовления кимчи. А вообще... Каждой семье у нас выделяют около 30 квадратных метров перед домом. И можешь сажать, что хочешь. Ну а с другой стороны, зачем больше? Дело в том, что на каждом предприятии есть специальный отдел, который заботится о том, чтобы у трудящихся всегда была еда. И им бесплатно выдают основные продукты, которые поспевают по сезону. Рис, картофель. Ну, что там еще? Капуста. Иногда по праздникам бывает мясо и масло. Чи Гун, я слышал, там на заднем дворе кто-то лаял. Это был суп или друг? Это вообще-то для супа. Для супа? Можно посмотреть? Эх, дружок. У него имени нет? Я зову его Сторож. Сторож. Сторож и суп сразу. Но суп из собаки надо есть летом, когда жарко. Да, обязательно надо попробовать. Это очень полезно и очень вкусно. Слава богу, что сейчас не лето. Зарплата крестьян здесь исчисляется трудоднями, а выдается продуктами и деньгами. Как меня уверяли, они получают 600 граммов риса в день. Но съесть столько риса нельзя, а продать негде. А вот рисовая солома здесь буквально на вес золота. Ей строго запрещено топить печи. Солому тщательно собирают, складируют и хранят до весны. Прикрывать от заморозков и солнца побеги будущего урожая. В 2000-х, когда распался Советский Союз, Корея пережила страшные времена. Массовый голод унес сотни тысяч людей. Сейчас не так. Пусть не досыта, но Корея кормит себя сама, почти обходясь без международной помощи.